квартире 40, очень скромно, на предпоследнем этаже живет Любовь. Любовь Петровна, ей 90 лет уже. Давно похоронила мужа, с которым вместе столько лет, и ей никто другой не нужен. А впрочем, может быть и нет. На той неделе к ресторану она под ручку скромно шла с мне неизвестным ветераном. И я подумал, вот дела, без палочки, изящно, ровно, как будто ей 16 вновь, идет в кабак. Любовь Петровна, Любаша, Любочка, Любовь.